Республика Татарстан поднадзорны Приволжскому управлению Ростехнадзора 1225 гидротехнических сооружений. Из них хочу отметить, что только 35% имеют нормальный уровень безопасности, то есть где значение критериев безопасности не превышает предельно допустимых для работоспособного состояния. Значительная часть гидротехнических сооружений в Республике Татарстан построена в 60-80-е годы минувшего столетия. За последние годы ситуация на многих гидротехнических сооружениях ухудшилась. Так, 1/3 общего числа гидротехнических сооружений, эксплуатирующих в настоящее время, выработал свой ресурс и находится в предаварийном состоянии или требует проведения ремонтно-восстановительных работ. Существенно ухудшается техническое состояние водосбросных, водоспускных гидроузлов и береговых зон. Происходят береговые деформации, а иногда и аварии, которые могут повлечь катастрофические последствия. Многие ГТС имеют дефекты, снижающие их надежность и работоспособность. Все это является следствием того, что со стороны собственников нет должного внимания, не проводится техническое обслуживание и текущие ремонты. В 2014 году Ростехнадзором, не только в Республике Татарстан, проведена масштабная работа по инвентаризации гидротехнических сооружений. Сейчас этому вопросу уделяется большое внимание. Но есть как бы положительные моменты, что Республика Татарстан одна из первых решила вопрос бесхозяйных гидротехнических сооружений. Конечно, остаются еще вопросы по регистрации этой собственности, по проведению предекреационных обследований. Вопросы есть, но по Республике Татарстан, вот на итоговом совещании Ростехнадзора было отмечено, что проводится масштабная работа, выделяется финансирование. Вот по данным Татмелиорации и Министерства экологии, только в 2014 году выделено 128 миллионов на поддержание гидротехнических сооружений. Работа эта ведется. Именно Приволжским управлением Ростехнадзора и Ростехнадзора в целом работа проводится по надзору и контролю за гидротехническими сооружениями не только в паводковый период, а круглогодично. Это и плановые проверки, и внеплановые проверки. Сейчас во время паводкового периода совместно с МЧС Республики Татарстан проводятся рейдовые проверки 98 гидротехнических сооружений, которые по обследованию наиболее сейчас находятся в предаварийном состоянии, и нужно их как раз и обследовать.